разгар пандемии коронавируса немецкие ученые заявили, что тяжесть заболевания зависит от количества генов неандертальцев. Откуда у современного человека гены неандертальцев? Почему наши древние предки внезапно исчезли? И чего стоит опасаться нам? Неандертальцы оставили нам гораздо больше тайн, чем принято думать. Кто или что их погубило? В нашем уникальном эксперименте мы выясним объем генов неандертальцев в ДНК россиян. Я бы хотела узнать о степени нашего с ними родства. Передали ли они нам какие-то заболевания или суперспособности? И может ли то, что произошло с ними, повториться с нами? Улика из прошлого. Во вторник в 20:25.